особенное пятничное утро на семи холмах. Дженнифер Лопес, Brave, без 10:11 в Москве. Во всех возможных деталях мы уже рассказываем сегодня в течение утра о наших ведущих, о ведущих рубрики, рубрик различных, но ни разу не упомянули имя нашего коллеги Александра Кималадзе. А вот теперь упомянули? Да, да. И нужно это сделать еще раз. Александр Кималадзе сегодня вечером с 17:00 вечерний эфир здесь на Радио 7. Да. Упомянешь еще раз? Александр Кималадзе. Торжественно получилось. Не пропустите. Угу. Давай скажем спасибо огромное нашей аудитории за то, что сегодня писали, звонили, слышали нас и слушали. Спасибо. Желаем вам хороших выходных. Макс, и тебе спасибо большое за то, что помогаешь готовить и проводить утренний. И тебе спасибо. Я, Артем Королев, вернусь в эту студию в понедельник ровно в 7. Я буду ровно в 10. Сашу Кималадзе мы сказали? Про Сашу Кималадзе? Да, мы сказали про Сашу Кималадзе. Все, хороших выходных здесь на Радио 7. Ваша музыка 24 часа в сутки. Счастливо!